Приветствую вас, смертные, с вами Павел Первый, и это StarCraft Replicant, компания для второго StarCraft. У нас шестой эпизод и седьмое задание «Раскрытые секреты». Не задерживайтесь на одном месте слишком долго. Ну, страсти накаляются, и Replicant уже потихоньку подходит к концу. Посмотрим, что нас ждет. Гиперион. В пустоте. Посмотри на это, Джон. Гиперион трещит по швам. Да, выглядит пугающе. Адъютант, вы что-нибудь интересное нашли? Обнаружено 5 сильных энергетических сигнатур, исходящих от платформы недалеко от Гипериона. Отправить наше строение туда? Да, давай. Я думал о том, как добраться до Керриган, но не думаю, что простой крик пустоты сработает. Возможно, разрушение этих энергетических строений привлечет ее внимание. Я просто надеюсь, что ты найдешь то, что ты ищешь, парень. Я тоже, Свон, я тоже. Кого же скопировал репликант, черт возьми, а? Джон, цели начинают становиться достижимыми. Нужно безопасно разместить командный центр. Согласен. Нужно двигаться вперед. Я чувствую, как враги направляются к нам. Они будут давить на нас, пока нас всех не перебьют. А, за тиранов эту жопу проходить. В Соляндрик. Так, что-то в высоте усилило способности Джона. В этом задании начиная с 9 уровня. Ищем способ оправдать то, что немножко уровень подняли. Что-то в пустоте усилило мои псевдоспособности. Я найду им хорошее привилегие. Так, это хорошо. Ускоряет. Чем порадует? На 1, на 50% что ли? Как это понимать, на 1? На 1 секунду, на 1%. На что конкретно? Так, ладно. Поехали. Господи, что... А, нет, это хороший такой урон. Что у тебя на уме? Да блин, а, какая-то бешеная лояха. Не, в жопу такое, конечно. Мне показалось, или менюшка какая-то появилась, неважно. Слишком много потерял тупо на этом. Этот шарик, блин, летит. Не успеваешь от него отскочить. Так, попробуй просто Джоном побегать, проще будет как-то. Это надолго. Надо все это контролить дело. Не успел. Понятно, паутинчик.
Ничего себе, ХП восстанавливает, гад. Ну давай. Готов. Брошенная казарма. Стоит ей воспользоваться. Так, правильно ли я вообще ее поставил? Нет, я ее неправильно поставил. Стоит вот так вот ее поставить. Есть работенка. База атакована. Нам нужна какая-то оборонка. Блин, у нас толкового ничего нет, а? Только сраные бункеры. Пристройка завершена. База атакована. Пристройка завершена. Certainly. A sound plan. Finally. I'm here to help. I know what I'm doing. Justice shall be done for honor. Свою операцию себе прибрать. Месторождение минералов выработано. Вооружен и опасен. Брать за ноги. Certainly. Of course. For honor. Finally. Of course. A sound plan. Certainly. For honor. Finally. Брать за ноги. Certainly. Кому наверх? A sound plan. Certainly. For honor. Finally. Of course. Come on, Ivan. Certainly. Is there danger? Finally. I should. Блин, как же ты херово, а? Я не люблю все это. Месторождение минералов выработано. Посылайте подмогу! Месторождение минералов выработано. Что же у нас только такой вариант уничтожать эти шпили? Шпили крайне мощные, и от них невозможно уклоняться. Поверьте, пока ты будешь приказывать, эти медлючие, блин. Еще постоянно вот эти, вот эта мелочь прет, а? Короче, надо двигать дальше. Так, можно поделать головорезов, они тоже неплохие. Так, двигайтесь сюда. Что происходит? И начинаем добычку минералов. Is there danger? Finally.
Медленно, медленно, но продвигаемся. Так, ну, надеюсь, меня не уничтожит. Назовем это войска. Отлично. Так, 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 так. Агри, 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 агри. Скорее, есть. Ни одну небесную башню не разрушил, а? Либо со счетом что-то не так. Так, мне нужен медик. Вот он один единственный. Воу! Не охренел случаем? Это же... Просто самодоводящаяся. Да-да-да, конечно. Тут вообще даже не дает возможности уклониться. Так, ладно. Ты же не детектор. Это вынесу тебя. Пристройка завершена. Требуются дополнительные хранилища. Я не продержусь в одиночку. Так, из пинчик-то надо забрать. Хоть его тут всего и 25. Требуются дополнительные хранилища. Чего пугает? Заколебали вы со своими хранилищами. Блин, за этот путь мы должны хотя бы одну были небесную башню уничтожить. А что-то ABD пахнет. Нашлась такая. Ты меня слышишь, Керриган? Меня зовут Джо. Джон Рейнер, сын Джеймса Рейнера. Мне нужно поговорить с тобой. Давайте продолжим. Она не может игнорировать меня вечно.
Найс. Где тут раненые? Я готова. Как самочувствие? Полагаю, дело срочное. Слушаю. Блин, чего тебе? Не примем. Вооружен и опасен. Сделал медиков, и обоих тут же потерял. Некрасиво. Еще идут. Что на новенького? Приказы будут? Доктора вызывали? Доктора вызывали? Пристройка завершена. Да удивительно, но танки мои еще до сих пор живы-здоровы. Недостаточно виспера. Доктора вызывали? У нас минералы кончаются. Выработано. Давайте-ка двигаться. Застоялись мы. Месторождение минералов выработано. Надо найти новые месторождения. Так, ой-ой-ой, вот это ошибочка, да. Пошел не туда. Опять медика просрал, а? Даже не знаю, вот что с доминаторами делать. Да, я могу взять там гидралов захватить, которые тут же сдохнут. Какой смысл в этом? Брошенный завод и казарма, прям джекпот. Стоит использовать их. Улучшение завершено. База атакована. Is there danger? A sound plan. Of course. Так, надо срочно спасать. Ну, казарма, ладно, у меня полно их. А вот завод... Завод, боюсь, один. А кто меня задетектил-то? Высылайте подмогу! Так, погнали дальше. Нам надо избавиться от этой штуки. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Понятно, кто нас спалил. Все, не спалит. Так. Сейчас у нас маловато минералов. Месторождение минералов выработано. И много маринесов. Ой, минералов, говорю. Ой! Охренел, а. Виспена маловато. То, соответственно, нам надо делать акцент на том, что тратит, получается, только за минералы. Так, идут. Месторождение минералов. Кого стрелять? Не увидят, надеюсь. Требуются дополнительные хранилища. Коварно. Победа. Месторождение минералов. Разработка завершена. Так, чё, минералы все, значит, нам сюда надо дергать. Выкладывай. Требуются дополнительные хранилища.
За твой счет. Придется дополнительное хранилище. Так, маскировочку снимаем. Так, это у нас лаборатория. Пристраиваемся к ней. Чем порадуешь? Кому наверху? Так, пока КСМчики могут починить немножко нам. Что происходит? Что? Я могу немножечко побегать. Гиперион! Это Артанис! Не начинайте, репликант Корелиус Икарос! Мы направляемся к вам! Энергия пустоты мешает соединению? Что делать? У нас нет времени останавливаться и ждать Артаниса. Мы идем дальше. Стоп. Чё? Корелиус Икарос. Я одного не понимаю, кто тогда тут Архонт? Тоже репликант получается? Он специально отправил... Какая-то дрянь просто. Так, о. Так, это нам надо по-хорошему уничтожить. Так, вижу толпу. Агрессивную. Надо двигаться дальше, не стоять. Хорошо. Так. Стройте пока хранилище. Да, здесь минеральчиков поменьше, конечно, будет. Что происходит? Кругом враги! Блин, с помех можно было понять, судя по сабам, что они говорят. Лиск закопанный. Ой, я же мог его захватить, вот дурака. Вот это мне нравится. С удовольствием. Я вас на связи. Превосходно. Так, ну, кажется, пора здесь новую точку сбора поставить. Так, идем дальше. Ой. Не, сейчас я много потеряю. Полтинник урона же наносит, так? Их только если хилять. Успевать как-то, тут много медиков, как бы. Так, понял. Оставляем войска здесь. Джон у нас пойдет все сделать. Это что такое? Понятно. Мне кажется, или маскировка стала есть намного быстрее. Certainly.
Да заколебали вы, а? Поганое палево, а? Даже разрушить уже не дают спокойно. Так, хорошо. Хорошо. Где доминаторы, а? Каков наш план? Вот как раз два ультралиска. Лучше, наверное, все-таки разум уничтожить. С него вылазят эти новые владыки. Так, давай парочку торов. Превосходно. Готов. Тор уже тут. Даже второй тор готов. Одного ультра успел захватить. Архонта! Да. Да, здесь что-то есть. Минералы. Блин, мы полкарты, можно сказать, обшарили. Только одну небесную башню нашли. Бред какой-то. Давай больше морпехов. Так, и будем торов делать больше теперь. У нас есть мясо. Есть мясо, теперь нужно побольше урона. Так, есть. Уничтожили вторую башню. Походу, они все в непосредственной близости будут. Блин, чем ближе подходим, тем жестче враги становятся. Точнее, тем сильнее натиск вражеский. Так, надо быстренько уничтожить это. Пока новая волна не приперлась. У меня уже пушки чешутся. Вообще-то больно. Кругом враги! Теперь горы ультравов шлют. Так, это с этой стороны получается. Вот оно как. Так, давайте мне новых
мехов. Ну, тут что-то есть. Но для этого, походу, кишку придется целую сделать. Так, 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 уходим. Охренеть, повезло. У них же... А, я же щит... Щит не просто так исследовал. Ух. Гордость. Так, все, поперли. Проверим, что тут вообще такое. Ваши войска атакованы. Кому навешать? Давай, удиви меня! Нужно найти способ пройтись незамеченным тут. В этом ущелье. На каждом шагу просто. Кому навешать? Давай, удиви. Приказы будут. Of course. A sound plan. Certainly. Is there danger? Так. Получается, нужно. Кто-то быстрый. Вытащите меня отсюда. Is there danger? Certainly. A sound plan. Так. Это. Блин, я просрал, да? Понятно. Я просрал этих доминаторов. Это нехорошо. Так, где тут медики? Медики. Так, да, новая база, все дела. Ты вообще как-нибудь вязаешь свои спугу или как, а? Доктора вызывали? Кажется, тоже одного профукал. Завожу. Поехали. Где болит? Давай, удиви меня. Один. Доктора вызывали? Короче, все, КСМов надо. Войска опасно перевозить. Завожу. Поехали. Доктора вызывали? Вот он, наш лучик. А последний, полагаю, в кишке. Так, ну пока у нас есть минералы. Твою мать, а. Так, что мне следует сделать? Мне следует здесь построить проить завод и казармы. Месторождение минералов выработано. Кому навешать? Месторождение минералов выработано. Недостаточно энергии. Чё? Охренеть, он в ангуле ходил. Так они наверху еще. Жирнота какая-то. Of course, certainly. A
Да ну проще новый построить, мне кажется. Улучшение завершено. Выкладывай. Эй! Да. Ну чё? Завожу. Поехали. Что с ним? Выкладывай. За твой счет. Что происходит? А? Чего пугаешь? Так, стойте, стойте. Завожу. Тогда. Поехали. Как-то так пройтись, чтобы были минимальные потери. Разумеется, торы в первую очередь задеты будут. Блин, они даже, вероятно, не дойдут тут. Я вляпался! Дорога зовет. Хилы, хилы. Да. Куда лезем? О, блин. Завожу. Поехали. Ну где ты там, а? Что-то осталось, а? Высылайте подмогу! Выкладывай! I'm here to help. A sound plan. Так, а чё? С танком-то было. Отлично. Еще одна миссия позади, да? Думаешь, сработало, Джон? Это сработало, ты разве не чувствуешь? Че ждем? Вы идиоты! Вам не следовало приходить сюда. Уничтожение этих небесных башен было опасно. А Джон, я знаю, зачем ты здесь. Подожди. Наконец-то. Джон все-таки репликант, да? Кто? Что ты такое? Ты не видишь этого, не так ли? Я хорошо подготовился к этому дню.
После того, как я позабочусь о тебе, Керриган, ничто не встает у меня в пути. Ты никогда не победишь меня! Две голые летающие горящие бабы дерутся между собой. О нет! Мы опоздали! Чё, Керриган сдохнет теперь? Вы должны помочь, Керриган! Нельзя позволить репликанту победить! Вот тебе напоследок. Детишки, я сам не знаю, куда ее отправил. Вы ее никогда не найдете. Я чувствую, что все вы хотите знать, кто и как все это произошло. Я просветлю вас всех, прежде чем отправить в небытие. Он решил нам рассказать историю. Давайте ее слушать. Но это мы будем делать уже в следующей серии. Остается 3 задания, 6 эпизода и конец репликанту. Что ж, ждем. Эпик, страсти, все накаляется. Уже прям точка кипения максимальная. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе, оставляйте комментарии. И ждем следующую серию как можно быстрее. С вами был Павел Первый. Пока!